Нет, это обзор из чемодана из Икеи. Из Икеи. Да, это чемодан, в прямом смысле, из-за которого были драки, в прямом смысле, народ дрался за эти чемоданы, просто они давались бесплатно абсолютно в магазине «Окей». Надо было купить на 15 тысяч рублей, собрать 50 наклеек, и вы получали абсолютно бесплатно вот такой чемодан. Собственно, чемодан довольно-таки на самом деле неплохой. Он... Сейчас я прокручу, покажу, как он крутится. Там 4 колеса, и он реально легко управляется в любую сторону, то есть без всяких торможений, вправо-влево едет. Значит, сама ручка, она прорезиненная, написано «американский туристер». «Американский турист», наверное, переводится как «туристер». И здесь такая же ручка с кнопкой, она нажимается. Все на самом деле довольно плавно работает, без всяких тормозов. Вот так можно зафиксировать в любом положении практически. А нет, только по двух. Но очень ручка на самом деле очень неплохая. Вообще он сам по себе довольно легкий чемодан и приятное ощущение оставляет о себе. Хотя он такой резиновый пластик, что ли, как его назвать. То есть он пластик, но мягкий. Значит, посередине находятся тоже резиновые, более мягкие такие вот штуки, да, и тут две молнии находятся. С этой стороны, значит, у нас находятся подставки, то есть его можно ставить вот так вот. И здесь находится даже замок, кодовый замок, уже прямо вот он закрывается на молнии, вот так вот. То есть все как надо сделано. Колесики, на них тоже написано вот эта надпись American Tourist, американский турист. Ну вот. Давай его откроем. Давай, открывай его. Посмотрим, что внутри. Там еще давали еще другие чемоданы. У нас он тоже есть. Он более маленький. Вот этот более интересный. Он даже ребенок может спокойно справиться. Что у тебя там? Открываешь? До конца открываешь? Давай открывай, да. Полностью открывай его. Что? Не знаешь как? Открывай дальше. О! Молодец. Справился. Ребенок справился. Значит, вон тут одно отделение у нас находится. Оно, кстати, вот здесь вот посередине, если трогать, здесь такие вот два ребра находятся. Не знаю для чего. С другой стороны там, ну, плоская поверхность, а здесь такие вот два ребра. Раз, оно и два. Подожди. А, тут еще молния, кстати, подожди. Здесь еще молния. Я на самом деле сейчас смотрю чемодан в открытом виде первый раз. Я его сам не видел. Но здесь есть молния. Это крепеж для одежды, чтобы, ну, вещей, чтобы не вылетали. А здесь вот. Вот она. Здесь есть молния. Сейчас посмотрим, что там за ребра. Открывай. Можешь открыть вот это? Да, сейчас посмотрим, что там. Пахнет на самом деле. Ага. Это поролон, а вот это что посередине? Что это такое? А, это ручки. Это как раз таки вот это ручки. Это ручка, за которую мы тащим чемодан. И там, да? Открой. Здесь сетка такая. И пленка, если. Ну, эта пленка уже... Наша пленка. А здесь просто прямая плоскость. Ну все, закрывай. Закрывай его. Подделений больше нету, да? Получается. Или тут, есть? Тут есть, вот. Нет, закрой. Меня папа зовет. Всем пока. Иди. Сейчас мы закроем.
А, ну нет, открыли. Ну вот.